Жизнь любого ребенка крайне важна. Поэтому на сегодняшнем совещании, которое было в Минздраве, мы с Александром Васильевичем полностью нашли здесь понимание, общий язык, и специалисты будут приезжать к нам учиться, и те проблемные больные, которым сложно будет оказать помощь в крае, будут приводиться к нам. Но единственное, конечно, речь идет прежде всего о беременных женщинах. Поэтому и Александр Васильевич сегодня акцентировал внимание коллег из Минздрава о максимальной диагностике, то, что звучало, диагностике на ранних стадиях и пороков развития, и мониторирования беременных женщин, всех, которые живут в крае, которые будут готовиться стать мамой. Поэтому на самом деле руководство региона уделяет огромное внимание этой проблеме, чтобы женщина могла поступить в тот стационар, где ей будет максимально оказана помощь.